Извините, у вас есть банкомат? Да, вон там в углу. Желательно, конечно, без мелочи. Чего? Ничего. Должно быть довольно просто. Создаю портал и достаю деньги. Ой, нет, не то. Это просто... Да, дай мне деньги! Где мои денежки? Ну же... Йоу, чувак, ты что это делаешь? Ничего, ничего, все круто, чувак, все окей, я просто забыл пин-код. А ну, отсюда! Нет, так, прошу, дайте, я вас ограблю. Я тебя ограблю? Не обязательно было доставать биту. Я никогда никого не грабил, и не превращайте это для меня в плачевный опыт. Плачевный опыт? У меня порталы. О, Гарри, прошу. Я своего рода ученый. Был! Есть. В общем, после инцидента в лаборатории я раньше работал. А вообще-то, по меркам ученых, я был довольно красивым. А потом, ты что случилось? И взгляните на меня! Мне так жаль. Я вообще не вас граблю. Банкомат даже не принадлежит вам, да? Он собственность банка. Они настоящие преступники. Преступник здесь ты! Ты меня грабишь! Ну, слушайте, я больше нигде не могу найти работу, раз я так выгляжу. Поэтому я приобщился к преступному миру. Ты что-то типа коровы или далматинца? Кто это сказал? Чего?